Еще одно утро на Амбрасе. Мне кажется, последнее будет. Так, ожидал 4-5 дней, а уже 3 дня. Думал, сегодня к вечеру уже приплывем. Вот так вот на полочке стоим. Вчера не знали, где будет палатки стоять. Мы нашлись сразу место. Ух, комарики закусали, а слушайте. Вещи собираю. Рюкзак вместительный, а в этом походе мало вещей нужно было. Так что он полупустой у меня. Продуктами меня никто не нагружал. Так что термос даже он взял. Полотенца, правда, все сырые. Все это влажное такое. Нифига не просохшее. Так, ботинки надо сходить сейчас помыть. Помыть нужно их. Веревку нужно снять сейчас обязательно мыть. Чем занимается, да? Антон у нас, ну, прям приготовитель пищи, блин. Я не знаю. Мастер на все ноги называется. В этот поход выдер собрал с собой. Вот такие. Когда я их намочил, они моментально просохли, ну, за ночь. В общем, я их вывернул, но они у меня повисели и высохли. Прям сильно понравилось. Комфортно у них, тепло. Сильно понравилось. Кумряки. Солнце. Стало полностью, комары заедают. Вот такой пропитанный тут, можно сказать, берег. Хотел чуть не дно не сказал. Ну, ровный, но такой весь сочащийся. Реки нет видно, а вот эти ручьями вот так постепенно, она как наболоченная. Катамараны в воду опустили для того, чтобы они остыли. Утро нагреваются, чтобы не лопнули. Сейчас немного вот нос маленькой водой обдал, остужается. Вот такой вот уют. Нормально. Ну как, конечно, все. Не берешь ни тарелку, да? Что с чем называется, да? Что-то с яйцом. Лапша с яйцом. У вас так все отлично вышло. Ну а что, давай сейчас это. Сейчас Боб освободится, когда уже уплывать будем, замаринуем, и пусть они маринуются весь день. А потом пока каты сушим, быстренько в казане приготовим. Да, а? Оставшиеся? Да. А там из оставшихся два кабачка. Грибов нет? И с сырыми съели вчера. Ну ладно, тогда в следующий поход съедим. Так получается, он уйдет. Все, садись. Потом я уйду. Ничего в августе, этот сплав гребаный делает. А ты где синяков, потому что? Паки. Тоже вот такая же река в мрасу. Только на мрасу ты гребешь по плесам, а там тащишь по камням. Ты на Кию, да? Угу. Ну, я еще не люблю вот это. Я майский сделал. Он просто лишь... Я Камчатку хотел делать в этом году, а он... Пока сплав не сделаешь, никакой Камчатки. Камчатки, гейзеры, да? Там ну. Мне еще просушу, надо будет укладывать, да, вот сырость. Потому что завтра она уже не понадобится. Лучше укладывать не буду пока. Надолго она ляжет. Чтобы не прело там ничего. Ну, удобно, хорошо. И палаточка такая собирается, главное, быстро. По весу, конечно, тяжеловато, а так... Можно было и легче. Вот Вера с Иной сушат палатку. А тоже ее взяли, сняли с нее полок. И все. Основное там просушили. И саму комнату. У них два входа. И там можно зайти. Сборы. Народ здесь как собирается, да? Вон на дереве висят. А пакетики?
Вкусная, да? Не знаю, вот теперь у нас есть сало, сыра больше нет, да? А ели как-то, ели как-то. Паштет сало мы делали. Ну, сыра не будет. Это масло. Масло не пойдет. Сало. Я не хочу тоже. Я тоже его не хочу. Ну, давайте, куда-то деть надо. Некоторые сделаем с паштетом. Я режу сало. Угу. Сало какое? Солёное, копчёное? Солёное. Просто еще больше запутал. Надо палатку еще на один раз свернуть. Она ко мне не влезет. Да, это тогда вдвое складывать. Вдвое, да. Вдвое сложили. Еще раз двое. Нет, это про палатку. Вот это понятно. Да, еще раз. Двое. Так, сейчас нет. Палатку закатать в тент. Не, ну если в этот укладывать, в мешок, то она пойдет вот так. Давайте в мешок. Владимир меня попросил снять, будем учебный фильм снимать сейчас на его камеру. Все? Давай, сходи. Ты с той стороны зайди. Угу. Так. Да не надо пока чисто. Так, сегодня мы... Просто. Никит, потише немножко, я камеру беру. Сегодня мы проводим небольшой мастер-класс по правильному... по правильной сборке, упаковке растяжек. В данном случае на тен. Причем это используется как для палаток, так и для тента. Вот такая растяжечка. Некоторые наматывают на руку. Мы же, я рекомендую следующим образом. Сложили вдвое. Потом сложили еще раз вдвое. Еще раз вдвое. И вот теперь здесь на конце завязываем в зависимости от длины. Либо это будет у нас простой узелочек, который я не продергиваю до конца. Вот, пожалуйста. Он не мешается. Вот, самый лучший вариант. Натягивай. Ага, вот она в натяжечку. Чтобы она прямоугольная. Укладываем. Теперь складываем вдвое и скручиваем с этой стороны, чтобы воздух уходил туда. А там паратон. Естественно, следим за тем, чтобы у нас никакой мусор туда не попал. Если вдруг таковой есть, сразу убираем. Это все вовнутрь. Никит, и где-то у нас мешочек, он желтенький. Желтенький? Желтенький, да. А, вижу. Вот он. Ага. Вот он. И теперь помещаем в родные пенаты. То есть домой. Он упал. Дорогу складывать. Продукты готовят. Потом упаковывают вот так по мешочкам. И делают бутерброды. Чтобы на воде так как готовить. Чтобы перекусить можно было. Это полотенце белое, Алин, забери горелку, замотай, как было. А, еще здесь. Собака, на удивление, спокойная. Да, в тенечке лежит, к столу не лезет, никому не путается под ногами. Вроде молодая, такая мудреная. Жеся, жесть, жесть, жесть.
Жеська. Жесь. Жеська. Много встречаться лодок стало с утра здесь. Они вверх все идут. А-а-а. Мужики собрались на рыбалку. Очень здорово. Нужно. Шум на реке такой стоит. Все гудят. Зак принес. Свой собрал его уже. Здесь термос будет у нас с чаем и с лимоном. Так, удочку я сложил. Жилетка, шлем, весла. Ну, ничего не растеряно вроде бы. Веревки принес. Так, поплыву в сандалях, в штанах и в майке. Потому что оно уже жарко будет сегодня. Так, вот так все выглядит. На сегодняшний день, да? Угу. Пока беспорядок. Сейчас веревками стянется. Все по местам разложено.